Прошу прощения, что заставил вас долго ждать, что затянул с вечерними новостями, я только приехал домой. Не буду тянуть кота за хвост, есть хорошие новости, приятного просмотра. Ты здесь папкой, да? Ты пешком ходишь? Можно я его? Тазичку. И мой сладкий. Он попил, поел? Ну, во-первых, он поел утром, в час дня, и попил. А что он меня не узнает? Не знаю. Он да сонный или что? Да нет, он сегодня более-менее. То еще, Миш, ты покушал, что ли? Тазик, как твоя это, ботина? Ему сняли 13. Да, ну и это лучше стало, встает ему. Блин, вот воздуха у него это само рассосется. Это не воздух, это что это? Жидкость. Жидкость? Да. Ну вам врач еще сказал, что сейчас погуляйте с ним. Куда? 15. На улице? Ну да. Серьезно? Да. А где его ошейник, кстати? Может, я его заберу? Кого его? Ошейник. Это вам срочно. А, ошейник забрать. Потому что он там. Я не могу вам не потеряется потом. Не, а, может что-то допускай. Петька, пойдем гулять. 20, хорошо? Пойдем гулять, мой сладкий. Ты что, меня не узнаешь, что ли? Ты чего? Тащик. Что такое? Эй, собака. Ты чего? Все нормально, ты уже ходишь, тащик. Эй, ты мой сладкий, иди к папе. Иди к папе, мой сладкий. Ты что, возьми салфеточки? Да, сосед пройдем с ним. А, вот. Тащик, ну-ка иди сюда, и папка тебе глазки вытереть, иди сюда. Вот так сделаем, и мы с тобой сейчас. Попытался поставить на стулья телефон, чтобы нас обоих сразу поснимать, и не удалось. Не пришлось гладкий. Одной рукой снимать, второй рукой Тайсоном общаться. Блин. Как это поставить, чтобы поснимать на себя с ним? Тасик, как дела-то у тебя? Ладно, иди сюда. Дай глазки тебе вытру, тасеныш. Тасик, иди ко мне. Иди сюда, мой сладкий. Эй, папа тебе глазки вытирает, иди сюда. Глазки грязные совсем. Совсем глазки грязные. Тазик у нас уже стоит. Стоит на ногах. Катя, ну же молодец у нас. Эй, дружок. Пойдем гулять с тобой на улицу. Не кусайтесь. Понюхай. Пойдем, Тайсон. Ты его молодец. Ты уже ходишь. Ты так папку обрадовал, Тайсик. Ты папку обрадовал. Мы уже пешком пойдем гулять с Тайсоном. Ай, ты мой хороший. Стой. Тайсоныш, папка тебе покушать принес. Курочку твою любимую, Тайсик. Папка тебе курочку принес. Ребят, Тасик снова со мной ходит. Разрешили на 15 минут выйти погулять. Тасик, хе-хей, привет. Блин, как я рад, как ты меня обрадовал. Ты молодец. Здесь, правда, темно, ничего не видно. Класс. Ну, человек с собачкой гуляет, пойдем туда тоже. Побегаешь, Тасик? Пописишь, покакаешь. Ты мой сладкий. Блин, какой же ты молодец, а? Какой же ты молодец, Тасик. Сильно боится? Кто? Врачи, сильно боится? Нет. Ему сейчас не до этого, он после операции 2 дня лежит.
Не боится. Такую истерику закатила. Мы с дресней. Это вот он 2 дня лежал, первый раз я с ним вышел погулять. А машина сбила. У него вон вся ботина. Побежал домой, испугался, побежал домой. Нет, за собакой побежал, на дорогу выбежал. Без поводка был. Да, пойдем, Тайсон. Гуляй, Тайсон, со мной снова. Спустя 2 дня Тайсик уже с папкой гуляет. Бодрячком, молодец. Класс. Молодец, Тайсон. Молодец. Папа тебе курочки принес. Бульончик сейчас попьешь. Блин, плохо видно. Кстати, может, я сейчас включу эту. Тайсон, стой. Я включу фонарик. Ты мой сладкий. Ты хвостиком виляешь, Тайс. Эй, ты мой Тайсик, ты хвостиком виляешь, моя собака. Ты снова гуляешь с папой. Папка очень рад, Тайсичка. Ты снова с папкой гуляешь. Ну вот так мы выглядим. Ну и ладно, выздоровеем, да? Ты слабенький просто еще. Кушать хочешь? Ну пойдем еще. Прогуляемся туда, туда-сюда. Ай, молодец. Что-то я сразу не догадался фонарик включить. С фонариком вот гуляем. О, Тайсон вперед домой бежит уже. Домой, скажи, хочу. Ну ничего, еще денек, может, поваляешься здесь. И папка тебя заберет, если отпустит. Класс. И вон, лапка перевязанная сзади. Что-то ему там капельницу, наверное, втыкают. Тихо, мой сладкий, сойдёныш. Тайоныш! Класс. Пойдем сюда, Тайсик. Тайсик пописал тут уже пару раз. Кстати, надо перейти дорогу. И там, на этой парковой зоне погулять. Потому что здесь... Тайсик, пойдем. Ты как, в состоянии гулять у меня, малыш? Где у нас тут переход? Пойдем на пешеходный переход. Нам дали 15 минут. Вроде мы успеем. Ай, ты мой хороший Тайсик. Эх, так классно, снова с Тайсоном гуляю. Так неожиданно они мне вывели его погулять. Класс, молодец, Тайс. Тайс, ну я с тобой потом еще пообщаюсь. Сейчас просто на эмоциях. Он тоже что-то как-то это непонятно очень себя ведет. Может, он меня не узнает. Тайс, ты меня не узнаешь, папу своего, что ли? Давай мы сейчас. Теперь мы машин с тобой боимся. Так что будем с тобой поаккуратнее теперь. Дороги переходить. О, парковую зону пришли. Сейчас Тайсик тут может пописать, покакает. Вон он уже по лесенкам скачет. Пойдем сюда, Тайс. Собачьи тропы. Чтоб ты пописал, покакал. Дай-ка я тебя отстегну, чтоб ты покакал. Иди гуляй, Тайсик. Машин здесь нет, так что ничего страшного. Ты мой сладенький, ты такой тайшоныш, молодец. Гуляет уже. Стой. Моя ты лапонька, моя ты собака, ты такой молодец, Таш. Ты меня помнишь? Таш, папка твой, папка твой. Иди гуляй, гуляй. Отряхнись, отряхнись, гуляй. Писи, какай. Вот так. Слава Богу. Тайсик уже вот гуляет. Во. Сейчас покакает. Эй, а чё он лёг? А, тебе тяжело, да, Тайс?
Давай пойдем, может быть, обратно, если ты устал, тяжело. Я понимаю, Тазик, тебе тяжело, но тебе сейчас на снегу лучше не лежать, Тась. Папка тебе принес попить бульончик, Тазеныш. Давай, вставай, пошли. Пошли обратно, ладно, Тась, я понял. Тебе сейчас сложно гулять. Пошли, Тасик, обратно. Молодец. Может быть, ты покакаешь, Тась? Пописаешь? Давай, пописай, покакай. Хотя чем тебе какать? И писать-то нечем. Тась, пошли сюда, там на ту собачке. Иди ко мне. Давай, пошли вперед. Пошли вперед, Тась, вперед. Мне врачи как-то сказали вчера, что он гулял и на одну ногу, по-моему, заднюю какую-то прихрамывает. Что-то меня это волнует. Тась, иди сюда, пошли. Меня это волнует, и я сейчас вижу, что-то, вижу, что задняя лапка у него какая-то не очень себя ведет. Пошли, пошли, вперед. Рядом. Папка рядом, Тась. Давай, 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 вперед. Задняя лапка одна какая-то, по-моему, правая, а может, левая, может быть, от ушиба, она пока себя плохо ведет. Пошли, Тась, вперед, вперед, давай, давай. Все, пошли обратно, тебе сейчас, наверное, много нельзя гулять, пойдем обратно. Давай, Тась, вперед. Молодец, ты мой сильный пес. Если так будет продолжаться, так нас с тобой выпишут быстренько на днях. Хорошо. Это хороший прогноз. Ладно, я выключаю. Сейчас я его возьму и внутри уже включусь там. В этом. Пошли домой. Ну да, Тасик. Эти дни дом твой пока здесь. Здесь я тебе позаботиться. Еще пару дней. Пошли, Тасик. Давай, заходи. Домой пришли. Еще чуть-чуть посиди. Папка. Папка, Тасик. Иди ко мне, Тасик. Иди ко мне, Тасик. Папка тебя поцелует за всех наших с тобой друзей. Все тебя любят и ждут, Тасик. Скорейшего твоего выздоровления. Целую тебя за всех. Все за тебя держат кулачки. Тасик, ты молодец. Ты молодец. Скоро пап тебя заберет. Пап тебя скоро заберет, Тасик. Дай папку. Папку тебя заберет, Тасик. Еще пару дней, а может, один день. Тасик домой поедет. Ну-ка. Ну ладно, пойдем вовнутрь, Тасик. Пойдем в твою клеточку, пойдем. Здрасте. Да, здрасте. Собачка Руди. Все, мы можем заходить домой в клетку. Я не знаю, я не из Арита. А, да, да. Да, сейчас уточню. Надо будет Руди пропустить. Ты пропустишь? Конечно. Тасик еще денек здесь посидит, а потом домой. Тась поедет. Иди ко мне, Тасик. Иди сюда. Иди сюда. А что у тебя там такое висит? Ну-ка, стой. Что это такое? Вода? Ты мой сладкий. Вода такая у него тут болтается. Ага, спасибо. Это у него от дренажа. Моя лапа. Ты хвостиком виляешь. У тебя вот эта лапка слабенькая. Ну, конечно, тебе сюда удар пришелся. Я прям вижу, что у тебя что-то здесь. Здесь прям мышца, а здесь мышцы нету.
Ну ничего, мы ее с тобой поднакачаем, Тасик. Эта сторона, конечно, у тебя без изменений, ну а сюда удар пришелся. Я вот чувствую, здесь еще что-то там бурлит у него. Шишка какая-то висит. Вот тут вот сейчас надо будет спросить, что это за жидкость. И как и от нее. Как от нее избавиться. А я прям чувствую, там что-то жесткое. Может быть, это кость. Такое ощущение, как будто там кость. Тасик, как дела? Ты сам как себя чувствуешь-то, малыш? Малыш, как ты себя чувствуешь сам, малыш? А, собакин, нормально все? Папка тебе футболочку принес, чтобы ты полежал на футболочке. Твои друзья мне посоветовали футболочку тебе свою дать, чтобы ты лежал дома. Ну, здесь клеточки с запахом папкины, ладно? Сейчас я тебя попробую там еще покормить бульончиком. А Тася мне жопу свою сует постоянно. Жопу сует мне Тася. Тася, иди ко мне, иди к папе. Иди к папе. Тася, ты такой какой-то сонный. Блин, ну вот тут мне не нравится что-то у него. Может, у него тут вывих. А может, ушиб какой-то сильный. Сейчас надо будет спросить у врача тоже. Ладно. Слава богу, Тася. Ты ходишь. Вроде все целое. Кто у нас тут с тобой? Ничего нормально. Ой, там да, вот тут у него тоже. Вот тут у него тоже какие-то движения чувствую. Воздух, наверное. Тори? Да я только. Нет, пока не. Не, мы за Тайсоном придут там. К нам. Всего доброго. Да, Тайсон, вот. Нам как туда пройти, да? Да, пойдем. Пообщаться. Да, 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 пойдем со мной. Давай, Тасик, вперед. К себе в дом, в клеточку свою, Тасик. У тебя домик пока здесь. Здесь о тебе позаботятся и не дадут тебе тут. Пойдем. Он пописал, но не какал. Угу. Как это, вот, наверное, нечем, потому что. Здесь вместе с ним. И сейчас его врач. А, нет, здесь? Нет, просто да. И сейчас врач к вам подойдет и с вами пообщается. Хорошо, спасибо. Пописал, да? Пописал, да, там несколько раз. Хорошо, спасибо. Тазик. Здравствуйте. Как? Меня зовут Клейтик. Да, меня зовут Клейтик Елена, я врач. Я сегодня писала вам письмо на электронную почту. Я ей не прочитала. Ну, прочитаю. То же самое, что по разговору. Ему получше. Он, ну, как видите, да, он писал с нами. Я очень удивился. Вот. Он кушал вот днем, сейчас вечером дали ему сухой корм, пока что он. Я привез курочку и бульончик. Отлично, да. Вот, в принципе, идет неплохо сейчас. Лучше, чем, скажем так, мы могли бы этого ожидать. Да. Очень хорошо. Поэтому мы вот будем там в течение сегодняшнего там ночи еще завтрашнего дня снижать внутривенные препараты, уменьшать, которые обезболивают. Если он будет это переносить нормально, пока переносит нормально. Девушка, у меня такое ощущение, как будто меня не узнает. Вот он к вам сейчас подошел, хвостиком виляет, да. Вот раньше он ко мне просто бежал, а сейчас так смотрит такими просто глазами. Ну, на фоне стресса так, ну, может. Может, быть. Он меня боится теперь? Ну, у меня есть вот вопрос, вот это вот у него шишак тут какой-то висит. Да, это гематома, там жидкость может скапливаться, вследствие, да. Да, травмы может скапливаться. Но там нету кости, там ощущение какое-то жесткое такое вот. Ну, а там мягкое, там, ну, как бы. Дальше вот мягкое, а глубже? Ну, конечно, глубже кость. Ну, естественно, там грудина. Нет, не грудина, а вот прям как будто кость торчит. Такое ощущение, там вы смотрели, все по рентгену-то. Ну, там вот. Нет? Ну, это гематома, нормально? Она падает, нормально, да. Ну, и, как гематома, еще, что там висит вот эта штука, это ненормально, но это нормально из-за травм. Я понял, да, но там нет ничего лишних каких-то косых костей. И это, вот эта лапа что-то мне не нравится, вот это вот. Он прям на какую-то, по-моему, на эту лапу, ну, наверное, ушиб сюда пришелся и лапу захватил, да, там
А вы рентген делали ему? Лапы нет, он на нее не жаловался. Вот я иду, я вижу, что-то с лапами. А может, их там идти за катетером? Ну, то есть им там может причинять дискомфорт катетер. Ну что ты вообще? Я не знаю, почему он вот к вам. Тасик, чёрт ты ко мне это так относишься? Папку тебя же ждал, а ты меня не узнал, что ли, совсем. Ну ладно, ты тут уже, ой, как ты линяешь. Тебя здесь и кормят, за тобой ухаживают. Ну, конечно, правильно, люби здесь всех, не хулигань. Еще полежишь тут у себя в домике. Сколько примерно? Ну, я надеюсь, что до завтрашнего вечера. Вот, надеюсь. Если, то есть, до завтра нам удастся... То есть, если он дома будет, он уже ему ничего там вводить не надо? Надеюсь, что нет. Ай, Тасик, иди к папке, Тасик. Иди к папке. Эй, ты чё? Ты сладкий мой. Так, ну, вроде да, вот, ну, вот у меня вопрос был с этой лапой и вот и под грудью. У него тут есть, сюда пришлась травма, здесь накопился воздух, то есть ты там пощупал. Я прям чувствую, да, боль что-то там. Это пройдет, там скопилось, воздух скопился под кожей, и это пройдет. Ага, понятно. Хороший. Тёш, ну что ты так это, а папка как же, я же плакал два дня, Тасин, по тебе. Ты чего? Так, вы просто не видели его, какими его сюда привез, это ужас. Да, мы таких периодически видим. Ой, папка у тебя чуть не умер, а ты вот не подходишь ко мне что-то. Можно я ему сейчас покормлю его, или там вы сами? Я бы хотела вот тут. Давайте у меня... здесь вас посадим. Да, у вас есть какая-нибудь миска для бульончика? И у него был ошейник, не потеряете ли его забрать лучше? Постараемся не потерять, лучше его забрать, да. Да, лучше его. Тогда присаживайтесь да, здесь, хорошо. Я сейчас вынесу. Молодец, водичку пьет. Пускай пьет, не буду отвлекать. Сейчас я ему курочку достану. Будет он у меня курочку есть. Неудобно снимать одной рукой. Сейчас положу. Да папка тебе принес курочку, Тасик. Курочку принес, да. Ой, Тимур сладкий, ну-ка давай кушать. Курочка. Тасик, смотрите. А, водичка. Ну ладно. Водичка тоже хорошо. Водичку нам с тобой надо пить. Чуть-чуть похудел, Тасик. Ничего, поправимся мы с тобой. Вот, да и пьет он, молодец. Ох ты, хлебает воды как, а? Давайте я мышленочку сниму сразу. Ага. Хлебает воды, прям он кушать не хочет, а воды. Ну да, у меня сегодня тоже он целый день. Молодец, водичка. Молодец. Сейчас папа тебе бульончика нальет, если будешь ты. Давай, пей. Курочки положу. Курочку кто-то не хочет. Обычно он первым делом курочку. И мой водоклёб. Папке-то оставь, Тарик. Папка тоже хочет водичку попить. А ты моя сладость. Все, наглотался? Нахлебался? Папкин рюкзачок. Папка тебе футболочку свою принес. Давай курочку покушай, Тарик. Давай, на. На, давай курочка твоя любимая, Тарик. Кушай. Нет. Кушать он что-то не хочет. Ну так, Тасик, может завтра еще последний день поваляешься тут, и папка тебя домой заберет. Слюнявая собака ты моя. Сейчас салфеточку возьму, вытру. Оп. Оп, оп. Снимаю для вас неудобно, блин. Эй, малыш, давай мы с тобой покушаем курочку. На, давай, Тасик, кушай курочку. На, иди сюда. Иди сюда. Нет, да, не хочешь. А вот отсюда покушаешь, Тась, на. Нет. Рядышком со мной сел, облокотился, как он любит делать.
навалиться на папку. И все, сел. Тазик, ты папку только не пугай, почему ты другим приседаешь? А ты, наверное, благодаришь, что тебя спасли, Тайс. Ну и правильно, молодец. Ты папку не забыл, просто ты людей благодаришь, что тебя спасли. Ведь у тебя такое состояние тяжелое было, Тайсон. Малыш, у тебя такое состояние тяжелое было. Ябокин, папка тебе целует. А, эти мои слядки. Ну да, вот вижу по реакции, какой-то он... Реакция не та какая-то, вот так... Ну, видимо, он просто еще вялый. Вот пересел опять задницей. Боксерская это привычка задницу свою сажать к папке, к хозяину. Молодец, Тайсёныш. Сколько с тебя шерсти сыпется. Бокин, еще будешь водичку пить? А может я тебе бульончик налью, Тайзон? Давай я тебе бульончик сейчас налью. Давай, бульончик. На, водичку, Тайсик, бульончик, бульончик попей. Ну-ка давай, похлебай. Жидкость. Давай, давай. Не нравится ему что-то запах. Не нравится запах бульона. Воду хорошо попила. Бульон и хочет пить. Ух ты, песик, иди сюда, Тайс, не ходи туда. На, попей бульончика. Тайс, бульончик. Чешется, чешется, так не надо делать, ты сейчас все снимешь там, Тайс. Тихо, 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 не чешись. Не чешись, не надо чесаться, нам сейчас с тобой повязку поменяют, а то она... Короче, не хочет он бульончик, пьет обычную водичку. Ну и ладно, я надеюсь, утром попьешь бульон и покушаешь хорошо. Тайсон, тебе все интересно, да? Что это такое? Что это такое? Я вся в баке. Пойдем на весы, встанем. Тайсик, иди сюда. Иди к папе. Давай сюда залазь на весы. Давай, вперед. Молодец. 30, сидеть. Сидеть. Ты какой молодец-то, а? 35,8. Короче, 36 килограмм. Ну ничего, 37 был, 36,8 стало. Да ты молодец у нас. Ты молодец. Ты у нас совсем веси не потерял. Ну чуть-чуть так. Какашек нету, ничего страшного. Потому что мы ничего не ели 2 дня. 3 дня. С 18 числа, то есть ничего у нас не ел. Ну все, папка завтра тебя заберет. Вечером сказали, если что. Если будешь хорошо себя вести так же, ухудшений не будет, значит папка тебя заберет. Пойдешь папу радовать дома. Ты молодец. Ты молодец. Я вообще, конечно, очень рад. Все, можешь слазить. Иди к папе. Иди сюда. Хи-хи-хи, мой сладкий. Ну ты моя такая радость. Сейчас папка тебе. А она уже не держится. Сейчас доктор придет. Надо будет ему заново наклеить наклейку. Пластырь. Чтоб тебе туда мусор не попадал. Чешется. Ох, как чешется. Но лучше не надо. Чесать, наверное. Лучше не надо. Собочка бедненькая. Тоже операция. Давай. А у вас что случилось? Лапа? Лапа завязала. А операцию наверх делали? Позвоночник? Она с машины сбила. Вот этот весь край. Разрыв вот здесь вот был сильный. Воздуха во всем теле сейчас. Ну, слава богу, ребра целые. Разрыв только вот легких. Тайсик, иди ко мне. Тайсик, иди к папе. Разрыв легких, в общем, был. Все, что самое страшное. А так, 2 дня с 18 числа. Сейчас я вообще удивился, потому что вчера была операция, сегодня вот он уже встал. Я думал, он сейчас приду, будет лежать. А мне его вывели к ним, ко мне из России удивился.
когда была операция? Сегодня? Ну ничего, у меня вот тоже еле ходит, сегодня только встал. Ну у нас в прошлом году две собаки сломали бродячие. Как на собаке, да? Ты же бедная такая, это ее порвали? Вот что ж тебе так не везет. А я не знаю, когда теперь это зарастет шерсть. Может быть и не зарастет. Да ладно. Да ладно. Это когда у нее было? Таська, иди сюда. В прошлом году, в апреле. Ничего себе. Нам с тобой зарастать надо, они сказали, зарастут. Нам тоже сказали, что зарастет. Он стал гораздо меньше, но за весенний шерсть на нем лежит. Да нет, тут вот есть. Шерсть-то уже вот лезет, а у вас прям совсем выбрито. А, ну это шрам остался просто. Это шрам от выреза. А я имею в виду вот это вот все. А, это конечно. Вот, ну вы меня прям испугали. Тасик. Ой, хорошо, ты хоть среагируешь, ты уже все нормально. Бодрячком, папка рад. Папка сегодня спать будет нормально. Так что ты давай поправляйся. Ладно, все, перестану снимать. Достаточно я поснимал, твои друзья будут очень рады. Все, чешется очень сильно у него шрам. Левая лапка, конечно, там у него все. Я вот трогаю, прям воздух внутри, прям боль. Ай, как неприятно, но что делать. Ладно, все, пока. А, вот нас, да, селфи сделаем. Селфи. Так. Ну и слава богу. Когда его вывели ко мне, я просто был очень рад. Удивили меня, конечно. Может, вас сфотографировать? А? Вас сфотографировать? Я не. А, если мы прям вот издалека, я сейчас видео нажал, ага. Пускай поснимает. Ну-ка давай, Тасик. Вот так вот дашься с вот этой вот его бочинкой. Сфотографируй. А, ну-ка. Вот мы какие. Поправились. О, ты даже реагируешь. Ну, все, хорошо. В общем, поснимал, селфи нам сделали. Сейчас еще чуть-чуть посижу. Тогда выключаюсь. Для наших друзей я с тобой все поснимал. Все просили нам побыстрее, чтобы Тайсон выздоравливал. Все друзья тебе просят. Так что... Все у нас хорошо. Скажи всем. Тасик, скажи всем. Пока-пока.